Этой осенью дизайнеры предлагают много ярких красок, но есть и сторонники ахроматичных решений, которые выглядят не менее стильно и эффектно. Данный образ, он исполнен в трендах этой осени. Здесь собраны, наверное, абсолютно все тренды, которые есть сейчас. Это прежде всего белая обувь. Казаки. Вариант очень удобный и в то же время очень стильный. Металлик. Если вы приобретете такие джинсы, вы сможете их носить с абсолютно разными вещами. Будь то белая рубашка базовая или базовая футболка. Они сами по себе уже смотрятся очень красиво и элегантно за счет своей блестящей фактуры. Понча с геометрическим принтом. Очень нежная, очень теплая. И в то же время оно позволит вам оставаться стильной. Обилие цепей на шее. Цепи – это абсолютный тренд этого сезона. Цепи у нас присутствуют везде, не только в аксессуарах, но и не только в качестве ожерелья на шее их можно носить, можно их подевать в петличку брюк и носить на бедрах. Некоторые черно-бело-серые сочетания выглядят эффектно за счет игры фактур. Ворсовые ткани, кожа и металл – все это активно предлагается в новом сезоне. Искусственные шубы – это тоже тренд, он с нами уже не один сезон. И те, кто боялись ее померить, носить, я рекомендую в этом году все-таки сделать это. Потому что мода за экологичность, она с нами, и очень приятно осознавать, что в производстве такого изделия ни одно живое существо не пострадало. Также стоимость такой шубы, она небольшая, и ее себе может позволить абсолютно любая модница. Сочетать такую шубу интересно не только с привычными нам вещами, это джинсами, юбками и платьями. Также можно попробовать сочетать ее с легкими шифоновыми платьями. По сочетанию эти фактуры абсолютно разные, и это будет смотреться очень стильно и интересно. В данном луке мы выбрали такой монохром в виде серого цвета. Монохром – это давно известный прием, но в этом сезоне он актуален. Монохром позволяет вытянуть рост и быть стройнее. Этого хочет, пожалуй, каждая женщина. А еще стилисты любят ахроматичные цвета за то, что их легко сочетать с любыми другими оттенками. Ведь разнообразный гардероб – это не изобилие вещей, а много различных комбинаций.